6 по 7 мы снимали клипы. Я уже снимала ресницы, их заново их сделала не так давно. Поэтому клип сняли. Жалко, что нельзя рассказывать, у кого я снималась в клипе. Вот. Но клип выйдет 26-го, это я точно знаю. И я там прям клевая такая должна быть. Ну, не знаю. Надеюсь. Где я купила браслет? Я его купила в Apple. Якутские бриллианты. Или как это правильно? Apple. Я говорю Apple всегда. Про какую студию наращивания ресниц я говорила? Анна Ключко называется. Я, ну, не хочу там делать какую-то антирекламу или рекламу. Я просто говорю, что они делают хорошо, но не так, как мне нравится. Вот, поэтому я туда один раз сходила и все. Зачем нужно было снимать ресницы? Затем, что мне сказали, что мои ресницы, их слишком дофига, не должны быть натуральными, иначе это будет выглядеть не очень. Вот. А еще у меня аллергия, и мне холодно. Хочу посмотреть, что там в ПШ. Славик на даче. На даче мой заяц. Скорее бы он приехал. Без него так одиноко. Не вижу. Блин, ВПШ не то выставили. Я им кинула аж предложенную новость, целых 3 видоса. ВПШ, очнитесь. Сделайте репост, отправьте ВПШ. Немедленно. Я им скинула целых 3 видоса. 3 видоса. Видоса. Целых 3. Раз, два, три. Они не выставили. А я им там приветы передавала. Больше не буду. Да нет, я думаю, что просто они не заметили. Вот так. На что аллергия? На весеннее цветение. Пока все цветет, я умираю. И мне очень тяжело от этого. Слава сказал, что приедет завтра. Наверное. Не знаю. Жду, когда он приедет. Хочу в кино пойти. Но не только поэтому. Так сложно. Расстояние так ужасно. Какой объем ресниц и длина? Не знаю, напишите Камиле, она лучше знает. Она делает, как считает нужным. Точнее, я говорю, ну, как обычно. Мы просто делаем, как обычно. Знаю точно, что их очень много. У меня, ну, я думаю, что тройной с четверным. Где-то тройные, где-то четверные. Думаю, где-то даже пятерные. В общем-то, Голливуд. Да, у меня давно две дырочки в ухе. Мне лет, наверное, 11 было или 12, когда я проколола. Мы с моей мамой вместе пошли, прокололи одну дырочку мне, другую ей. Вот. Это было очень мило. Кто не в теме, несите. Сейчас подключитесь. Нет, ресницы вообще не мешают. Кто такой Слава? Ты вообще с какой планеты? Слава, это самый лучший певец в мире. Самый мой любимый. Это мой мужчина, ты что? Ну, выдаёт. Конечно, я еду летом на дачу. В общем-то, приятно было познакомиться с вами. Приятно было пообщаться. Если бы вы мне не сказали, что вышел новый выпуск «Пусть говорят», наверное, я бы еще проводила трансляцию, но, знаете ли, «Пусть говорят» стоит у меня на первом месте по убиванию времени.
Так что... А почему Оск и Карина не целуются? Ну, на камеру они это не делают. И на фото тоже. И как бы это их дело. Я считаю, что в этом нет ничего плохого. Наоборот, должна быть какая-то таинственность. И вообще, как мне кажется, насколько мне известно, я могу ошибаться, но так как они армяне, у них есть свои какие-то там, ну, понятия, что это некрасиво, это должно быть только в семье, ну, типа того. Ну, короче, не знаю, ну, это круто, что есть какие-то свои такие, ну, не то чтобы традиции, да, но вы поняли. Вот. Мне не 17, вы что, меня оскорбляете, мне 19, я уже взрослая. Кошмар, все, давайте пока, как можно было такое написать вообще?